Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами новым проектом, который находится на предстарте. Называется «Паутина». Значит, маркетинг. Можно посмотреть видео, вопросы, ответы, отзывы, новости, контакты. Это все можно просмотреть, все кликабельно. Значит, «Паутина» – современная площадка для заработка. Так, что они нам предлагают? Преимущество – маркетинг. Мы используем самый выгодный и проверенный маркетинг. Платежи, мгновения, зачисления и вывод средств, безопасность, поддержка. Присутствуют здесь переливы. Значит, старт проекта, друзья, состоится 25 января в 19:00 по московскому времени. Только вот открыли предстарт. Всего человек 54. Всего зарегистрировано 108. Предстарт. Значит, здесь последние регистрации. Операций нет никаких. Значит, здесь, как мы видим, принцип работы перелива. А значит, если на первом уровне у вас уже есть 3 оплаченных партнера, то каждый последующий приглашенный становится на второй уровень под ваших партнеров первого уровня, пока не будет заполнен и второй, второй уровень оплаченный партнерами. И так далее на 3-4 уровне. Понимаем, да, что будут переливы. Значит, вход сюда единоразово 300 рублей. Это в первую линию. Приглашенных 3 человека. И доход с первой линии 900 рублей. Мы автоматически переходим на вторую линию. Стоимость 600 рублей. Рефералов здесь 9 человек. И доход со второй линии 5400 рублей. Из этих 5400 рублей 2400 идут на третью линию. Здесь уже рефералов 27 человек. Доход уже составляет 64 800 рублей. Из этих денег мы оплачиваем, автоматически идет оплата, 11650 четвертую линию. Рефералов здесь уже 81 человек. Ну и выход отсюда 943 650 рублей. Активация активация кабинет. Мы регистрируемся и сразу оплачиваем, занимаем место. Вот. Быстрая регистрация, повышение уровня, получение прибыли. Регистрация здесь очень простая. Логин, email, пароль. Заходим в личный кабинет. Тут мы заполняем данные. Я уже все заполнила. Страничку ВКонтакте, Фейсбук, Скайп. Прописала платежный реквизит. Будьте внимательны. С Payeer кошельком. Так как изменить его будет невозможно. Так. Далее. После того, как заполнить, сразу я зашла. Нажала пополнить счет. Сюда прописала 300 рублей. Нажала пополнить. Меня перебросило на платежную систему Payeer. Я пополнила кабинет. У меня на балансе было 300 рублей здесь. Так, и я пошла вот во вкладочку «Повысить уровень». Сразу активируем кабинет. Здесь у меня стоял уровень 1. Здесь у меня было 300 рублей. И я сразу активировала место. Заняла. Потому что все будет в автоматическом режиме. Никуда ничего нажимать не надо нам. Вот. Все, я активировала. У меня куплен первый. Вот у меня уровень номер 1. Видите? Но это уже повышать уровень
по желанию. Так, далее что? И давайте пройдемся по кабинету. Значит, вот у меня уровень 1, визит по ссылке, баланс пока по нулям. Здесь нажимаем, у нас реферальная ссылочка. Здесь вкладочка «Пополнить» я вам показала. Здесь будет вкладочка «Вывести». Вот старт проекта стоит 25.01.19.00 по московскому времени. Здесь будет вкладочка «Рефералы» отображаться. Здесь «Повысить уровень» показала. «Сообщение», «Чат», «Отправить сообщение», «Поддержка», «Промо-материалы». Как видим, баннеры 468 на 60, 125 на 125 и 728 на 90. Новости. Как бы вот здесь мы видим, да, 9.01 предстарт. Вот здесь, если мы нажмем на маркетинг, будет видео. Можно заливать себе на канал, вставлять в описание свою реферальную ссылочку, делиться с друзьями. Ну, если хотите, можете брать мое видео, если вам подойдет. И заполняем здесь, вот нужно заполнить как бы свои данные, чтобы партнеры могли связаться. Ну, все, в принципе, я показала. Будем ждать старта. Я запускаю рекламную кампанию. Здесь профиль. Вот у меня здесь все заполнено. У меня уже вкладочки здесь нет. Я сначала сгрузила фото, прописала имя, фамилию, указала контактные данные. Здесь, если по желанию изменить пароль, вот здесь я нажимала «Сохранить», и у меня как бы все сохранилось. Приглашаю в проект. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!